чего, блин, можно сказать. Январь закончился, наступает у нас февраль. Вот такая у нас лютая, сумасшедшая зима. По ночам у нас минус 2, минус 3 градуса. Ну а днем вы сами видите, зайцы, фазаны бегают, трава зеленая. Постепенно надо возвращаться к обычному формату видео. Коротышки, это хорошо, они приносят тоже свою пользу, они приводят на канал подписчиков, приводят больше, чем уходит подписчиков, вот что интересно, в этом их польза, в этом их эффект. Но постепенно все-таки надо возвращаться к нормальному формату видео. И с этого видеоклипа, можно сказать, я продолжу наш проект «За спорт и здоровье», или как он еще называется у нас по-другому, «Fit for Defense». Кое-что буду показывать сам, кое-что буду показывать с ассистентом. И уже погода позволяет, можно будет сейчас начинать работать с боксерской грушей, с макеварой, под деревом. Заждался. Дома, конечно, есть у меня этот станок, но на маленькой боксерской груше можно работать со станком, а вот большую макевару вешать, разве что только удары руками работать, ногами в квартире не особо помашешь. Поэтому будем работать здесь под деревом. Не забудьте подписаться на наш канал, ждать обновлений у нас на канале, поделиться видео с друзьями. Если кто желает, вот вам, пожалуйста, маленький QR-код для, как говорят сейчас здесь в Европе, очень популярная такая фраза: пожалуйста, пожертвуйте. Пожалуйста, жертвуйте на развитие канала, на покупку нового оборудования, ну и на обновление на нашем канале. В общем, увидимся. Новый сезон, можно сказать, считаем открытым. Всем удачи. Пока.